Cookie sound. Hey YouTube, hey VK, с вами я, Блэрио 2, и да, сегодня с вами продолжаем играть в Team Fortress 2, и да, сегодня мы опять с вами играем со снайпера, потому что мне нужно снова точить свои скиллы на снайпера. Так, здорово, поджигатель, рад тебя видеть, в скобочках нет, твою мать, тихо, фух, слово яйц, добежал, так, ладно, хорошо, да, я походу уже не пойду, так, там что-то слишком много всяких подозрительных лиц, которые могут мне помешать. Да, блин, уйди. Че вы в хедшот? Так, нет, я думал, что это шпион тут. Ну, это бы опять же было глупо. Ты чё? Это ты там? Офигел, что ли? Пошёл вон. Где он? Да блин, промахнулся. Фак. Шпион. Я так и думал, что шпион. Ну, кстати говоря, если я сейчас сделаю сколько убийств? 5, то я уже, в принципе, буду в четверке. Так что давайте, приступаем. Ну давай, появись. Да блин! Стоп, я ж по нему попал. Ух ты, вот его убийств. Уже, вот видишь, я уже в пятке. Я так сказал, как будто... Не, в смысле, я уже в пятерке, имею в виду. Еще 3 убийства, и я уже буду в четверке. А может даже и выше. Получи. Медик. Твою мать, ничего не вижу. Я ничего не вижу. Во-первых, нужно срочно подлечиться, то у меня слишком мало хп. Во-вторых, мне нужно что-нибудь хотя бы увидеть. Не, ну видали? Мне там что-то дополнительные очки за убийство медика дали. Точнее, вот эти, знаете, фиолетовые. Очки к убийству, твою мать. Шпион стал невидимым, Шпион. Сейчас все будет, блин. Солдат. Надо было по нему стринг, говоря, вон там. О, 5 убийств. Я сейчас могу быть в четверке. Могу сейчас быть. Я сейчас 6-е убийство сделаю. Блин. Сраный шпион помешал мне. Сделал бы 6-е убийство, и все, я был бы в четверке. Да, возможно, ненадолго. Учитывая то, что... Блин, меня уже сместил поджигатель. Это как понимать вообще? Ну-ка, ну как так-то? Хорош я. Я там вижу этот самый. Хорош я, так. Ты получи. Ну вот, блин, на меня все сагрились, твою мать. Здорово. Иди сюда. Я в четверке, ребят. Это офигенно, я в четверке. Да, возможно, опять же, ненадолго, но я в четверке. Это уже офигенно. Так. Есть какой-нибудь телепорт, а? Блин, пока я дойду тут, меня уже сместят. С четверки на пятерку, так, ладно. Будут эти оценки, блин. Так, получай. Так, нужен хедшот. Зад. Хорошо, никого нет, так. Продолжаем.
голову, приятель. Так, так. Хорош. Спасибо, дружок. Зад. Ну я в четверке, ребят. Да, я в четверке. Все. В этом раунде я был в четверке. В тройке. В тройке, ребят. В этом раунде я был в тройке. Это уже, это хорошо. А, и все, да? Ну, до встречи в следующем матче. Итак, ребят, да, продолжаем. Тут какие-то чуваки говорят, хз, что они там говорят. Но это меня волновать не должно. Так. Погнали второй этаж. Да, это наш, я помню, что это этот вражеский доходит. Так. Так. Тут какой-то чувак, вот этот Деспай, он, короче, прям вообще пипец, блядь. Так, они... Блин. Сейчас придется опять все это. Ну, я был на третьем месте, ребят. Я по троечку, это уже что-то знаменательное в серии, твою мать. Тем более, учитывая то, что я 3 месяца уже в ТФ-ку не играл. Вот у меня уже есть первое убийство. Это уже хорошо, так. Даже уже, наверное, больше, чем 3 месяца. Даже, скорее всего, так. Сразу проверю. На всякий случай. Все, вроде нет. Опа, мочканул. Подожди, спай демо. Опа! Это кто тут такой у нас тут нарисовался? Нарисовался, ну кто? Солдат. Опа. Спай демо. Спай демо. Где этот ублюдок? Блин. Куда-то исчез. Ничего, сейчас его найду. Просто нужно аккуратно следить за спиной. Нет, ну патроны всего лишь. Всего лишь 2 патрона на этой. Иди ты. Знаешь куда? Опа, хорош. Там еще один пира телепортнулся. Здорово! Да блин, сраная турель. Да не капец чисто. А нет. Все хорош. Мне не конец. Так, идем за аптечкой. Все хорош. Здорово. Все хорош. О, капец, никого нет. Похоже, он меня не заметил. Не, меня походу кто-то заметил. Видно, это был шпион. Промахнулся. По мне кто-то гасит. У меня криты. При этом я на предпоследнем месте. Это очень плохо. Второго. Шпион. Не шпион. Ну, в смысле, шпион у нас, что? Чи-чи. Давай, походимся, блин. Спай. Так, сейчас будем играть за красных. Это, наверное, будет последний бой в этом видео. Потому что я не хочу, как бы, сильно прям здоровое прям видео делать, так что, да. 5, 4, 3, 2, 1. Так, откуда?
Вон он, блин! Я мог сейчас такой килл сделать, здорово. О, зато демомен усел. На. На. Блять, я забыл, что я это против синих сражаюсь. Сука. Шпион. 6 убийств, понятно. Все понятно. I'm gonna be fucking moved to blue team, what the hell? What? Type... Oh. Опа. Скаут там бегает. Ну, блин, он слишком быстрый. Я не могу просто по нему попасть. У него просто шило в жопе, поэтому по нему как попасть не могу. Блин. 6 убийств. Я на предпоследнем месте, это как бы еще понимать. В тройку, блин, недавно ходил, уже на предпоследнем. Ну, именно просто потому, что у нас дохрена более сильных классов, потому что, как вы знаете, типа, снайпер это такой сложный класс. То есть за него нужно прямо уметь играть, так что за него, если ты отвык, то за него приходится очень-очень долго привыкать, точнее к нему приходится очень-очень долго. Кто по нему стреляет, кто по нему стреляет. Я вижу скаута, скаута вижу. Да блин! Сраный скаут. Так. Ты заколебал уже, блин! Сраный шпион! Вечно мне мешает. Я уже на последнем из этого шпиона, блин. Я из-за этого шпиона теперь на последнем, потому что он просто мне не дает как бы это. Он меня убивает и не дает мне вообще никакие убийства сделать. Ладно, ничего. Ничего, сейчас выкарабкаемся. Сейчас попытаемся хотя бы выкарабкаться. Блин, где здесь телепорт? Чем он очень пригодился. Подожди, куда я? Куда? Где я? Где? Почему? Где? За что? Нафиг? А, все, понятно. Так, сейчас нужно. Так, где мне так стать, чтобы меня если что он не тронул? Вот сюда куда-нибудь. Вот. Тут меня тронуть не должен. Если, конечно, не случится бага, у меня все равно не сделал бэкстар. Опа. Что? Чего? Подожди, это как? Как он это сделал? Я встал спиной к стене. Он просто никаким раком мне не мог сделать нож в спину. Вообще никаким разом, вообще никак. Ну, как я и говорил, типа, если не случится бага, вот это и есть баг. Это шпион. Ну все, мразь, теперь тебе буду мстить. Теперь тебе буду мстить. Вот ты зря меня беспокоил, я тебе мстить буду, тварь. Говно собачье, где ты? Ну где ты? Давай, появляйся. Чё ты засал, да? Засал? Шпинат. Так, ну вот так он меня точно убить не должен. Ну тут я точно прям в стене стал. Нет, так играть неинтересно. Ладно, шпинат. Там я вижу солдата. Шпинат. Блин. Теперь меня другой шпинат убил. Как это понимать вообще? Я до сих пор на последнем месте. Вау, круто, блин. Просто прекрасно. Блин, сейчас бы сильно прям не помешал этот телепорт. Прям бы вообще он был бы сейчас прям как кстати. Но я, к сожалению, нет. У нас вообще хоть есть инженер в команде? Да? Нет, у нас нет. Ну понятно, почему у нас нет телепорта. У нас нету этого инженера в команде. Так, это шпион, по-любому.
Аллилуйя, блядь. Неужели я ему отомстил? Неужели? Я аж рад. Десятка. Видал, как я могу? Видал, как могу? Опа. Уже не последний. У последнего уже не последний. Да ну тебя, ну скал. А, он не за мной ходил, понятно. Здорово. Скал испортил мое это самое. О, видишь, я уже не последний, уже новые игроки добавились. Да и тем более я этого чувака обогнал. Не, серьезно, ты видал? Я прям несколько киллов за это, за несколько... Вообще это... За минуту сделал несколько киллов. Все. Виктори. Так, ну ладно, ребят. В общем, думаю, нам стоит на этом пока что закончить. С вами был я, Apple 32. И всем пока.